На операционном столе тот, кого ждали на том свете. Диагноз мужчины – цирроз печени. Он излечим, но когда есть осложнение в виде кровоизлияния – это смерть. Хотя врачи разработали способ борьбы с этим осложнением. 2-миллиметровый прокольчик в районе шеи вставляется специальный хирургический инструментарий, трубочка, которая снижает давление, и осложнения эти исчезают. На следующий день больной может даже быть выписан. Рассказать об этом Шиповский приехал из Москвы, а слушают его врачи из Барнаула, Рубцовска и Павловска. Для Сибири это новая методика. Первыми ее начнут применять в краевой больнице скорой медпомощи. Сюда с циррозом печени попадают более сотни пациентов. С хирургическими осложнениями цирроза печени около 150 пациентов за год. К сожалению, 30% – это летальный исход. Если понимать, что это люди трудоспособного возраста в районе 40 лет, проблема значима. Цирроз печени – это конечная стадия не только алкоголизма и гепатита, из-за чего пациентов достаточно. Но теперь у них появился шанс продлить жизнь. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.